Максим Галкин прокомментировал развод с Аллой Пугачевой. Российский шоумен Максим Галкин отрицает свои измены и обвиняет журналиста в подогревании слухов вокруг его развода с Аллой Пугачевой. На прошлой неделе стало известно, что самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса распалась. Алла Пугачева и Максим Галкин больше не живут вместе. Источники, близкие к звездам, не исключают окончательный разрыв между бывшими влюбленными. Хотя официально речь о разводе пока не идет. Российским СМИ удалось получить комментарий от самого Максима Галкина. Шоумен сообщил журналистам, что слух о разводе ложен, а в его отношениях с Аллой Пугачевой ничего существенно не поменялось. Ты знаешь, если ты о тех слухах, которые циркулируют в прессе и интернете, то неправда, заявил Галкин одному из журналистов. Мы к этому не имеем никакого отношения. Как доказать, что дым без огня бывает? Ну, я даже думаю, что не то, что там без огня. Даже спичка не чиркнула.